Один килограмм чипсов стоит в 200 раз дороже, чем один килограмм картошки. В чипсах вообще нет витаминов. Картошка фри – самое популярное блюдо всех фастфудов. Во сколько лет ты узнал что? Шоколадка – это овощ. Ты знала об этом? Покупая мороженое в банке, можете надавить на крышку. Если там твердо, значит мороженое хорошего качества. Родители не рассказывали тебе об этом. Если пописать в бассейн, вода не окрасится в синий цвет. Это ложь. Я рекомендую тебе все равно этого не делать. Родители говорили, если коснешься лягушки, то у тебя будут бородавки. На самом деле, если коснуться лягушки, ничего не будет. Эта маленькая девочка угостила пирожным мусорщика. И через 2 месяца он ей подарил что-то неожиданное. Однажды мама Карины видела, что Карина смеется и разговаривает со сборщиком мусора. На следующий день Карина ждала мусорщика у дороги, и когда он приехал, Карина подарила ему подарок. Когда наступил ее день рождения, он решил тоже подарить подарок девочке, и он привез ей вот такой классный набор.